Рябина, сирень и ели. 100 новых деревьев сегодня появилось на территории губернаторского лицея номер 102 в Новом Городе. Школьники и лично губернатор Алексей Русских приняли участие в акции «Сад памяти», высадив своими руками аллею славы авиаторов. Губернатор Алексей Русских поприветствовал участников акции и лично повесил георгиевскую ленточку на грудь одного из самых активных волонтеров Победы. Ну все, ты вступил в ряды. Да? Долго будем георгиевскую ленточку носить? До 9 мая. До 9 мая. Первое число мы тут так же будем подавать георгиевскую ленточку на месте. На 6 и 9 мая. Директор губернаторского инженерного лицея номер 102 Юлия Пудова рассказала главе региона о том, как преобразится территория учебного заведения после высадки 100 деревьев. Представляет собой ленту перед центральным зданием лицея в обрамлении сирени, которую мы сегодня утром уже посадили, ну и каскады клумб, которые мы еще будем формировать. Отлично, красиво будет. Да. Глава региона посадил несколько рябин и проинструктировал школьников, как правильно высаживать деревья в грунт, чтобы их корневая система быстрее прижилась и саженцы не погибли. Надо его поднимать, подсыпать туда земли, снова опустить, для того, чтобы где-то на этом уровне. Иначе он может погибнуть. Ученица 8 класса лицея Вера Исакова посадила несколько деревьев в память о героях. Для нее это дань памяти тем, кто своей грудью защищал нашу родину в годы войны. Это очень важно, потому что это, во-первых, история нашей страны. И я считаю, что мы должны помнить о таких событиях. И, конечно же, для молодого начинающего поколения делать подобные акции, чтобы и они понимали, насколько это важно для всех. В 2022 году более 1,5 миллионов школьников из всех регионов страны выйдут на улицы и посадят деревья. Акция проводится при поддержке Министерства просвещения России. Ученики инженерного лицея провели большую исследовательскую работу и выяснили, чьими именами названы улицы Заволжского района города Ульяновска. В итоге было принято решение дать саду памяти особое имя. Выяснили, что это люди, великие авиаконструкторы, инженеры, летчики. И родилась идея, что это будет не просто сад памяти, а это будет аллея авиаторов, которую сегодня мы и заложили. За 2 года существования акции памятные сады появились во всех регионах России. Посадить свой сад памяти сегодня может каждый житель нашей страны. Валентина Никонова, Герман Баранов, Ол Правда ТВ.